Ну, игра получилась достаточно непростой. Мы и ожидали очень тяжелую игру с очень хорошим соперником. В составе Ордубасы очень квалифицированные футболисты. Но что касается непосредственно игры, то первый тайм наша команда играла лучше. Второй тайм преимущество было уже на стороне Ордубасы. Были моменты как у одной команды, так и у другой могли забить. Игра могла в плане результата сложиться как в одну сторону, так и в другую сторону. Вот в целом, считаю, по большому счету, ничья – закономерный результат. Вот, хотя мы, конечно же, приехали играть и играли на победу, но тем не менее, с такой хорошей командой, то, что мы играли на выезде, фактически команда проводит уже 7 дней на выезде. С момента того, как мы 7 числа поехали в Люксембург, конечно, накапливается немножко и психологическая усталость, вот, и физическая усталость, при том, что календарный график как у команды Ордубасы, так и у нашей команды, конечно, очень непростой, очень тяжелый. Все матчи носят очень принципиальный характер, все матчи, во всех матчах очень важен результат. Поэтому, конечно же, нашей команде немножко не хватает глубины состава, но тем не менее, я очень рад за наших игроков, которые проявляют высокую самоотдачу, дисциплину игровую. Вот, и сегодня сражались до последней минуты. Поэтому, наверное, Кунин говорит, что все-таки ничья результат закономерный.